Надоели сайты с открытием кейсов, на которых вас, скорее всего, обманут? Тогда тебе к нам. Различные акции, отсутствие комиссий, открытая лайф-лента и многое другое, что полностью доказывает нашу честность. Не веришь? Проверь сам и испытай свою удачу на elitecase.net. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Кофи и Овер, и сегодня мы будем сражаться один на один на АИ-мапе в CSGO. Всем привет, ребята! Вот, то есть правила довольно-таки просты, то есть, ребята, тот, кто, соответственно, выигрывает, тот и выигрывает, то есть да, мы не играем просто на скины, потому что, как бы, скины это так, это чисто азарт, а мы с Димой, ну, хоть мы люди азартные с ним, да, как бы, ставки, привет, ребята, но мы все-таки решили сегодня просто зайти и потренироваться, ребята, ну, все же, если вы хотите, чтобы мы сражались на скины, то, конечно же, пишите об этом в комментариях и ставьте лайки, тогда следующая серия у нас будет на какой-нибудь дорогой скин, там, типа, ножика, ну, или что-то типа этого, вот, но да. Сейчас, ну, между нами, получается, начнется бой, Дима будет пока что начинать за КТ сторону, я буду за это, ну, и потом мы просто поменяемся сторонами, конечно же, вот. Ну и, да начнется давай, битва! Давай, погнали, так, погнали, то есть начинай. На оружиях мы, у нас рандомное оружие, так, ну, в стон, ну, мы уже начинаем, так. А, все, то есть без рестарта, да? Да, чисто, да, так. Да, будем без рестарта. Так, ё-моё, минус 52 хп. Так, я был ну готов. Ладно, нормально, нормально, ребята, мы еще без разминочки зашли, поэтому норм. Так, ну что, давай, сейчас давай. Мы там, мы сейчас вот до... Так, я, по-моему, твою головку видел, не, или мне показалось? Не знаю, я твою не видел, и мне страшно уже, если честно. Да. Так, ладно, убежал я из того места. Так, не, слушай, не хочу я вот эту М-ку с глушаком вообще не хочу брать. Так, так это кто да. Там такой, а? Это я там такой, привет. О, попал ты, кстати, по голове мне. Так чё? О, все, отлично. А я ни разу не попал, да? Вообще ни разу. Жёстко. Знаешь, что меня еще раздражает? Я не знаю, ребята, с чем это связано, но каждый раз, когда мы убиваем друг друга, у меня подлагивает. Лично у меня подлагивает КС, у тебя никак. А я не помню, у меня, по-моему, тоже такое есть. Ну я вот знаешь, ты убил, она на секунду зафризилась. А, бывает, ты да. Ты еще так говоришь, сейчас типа убьешь меня, да? Да, ага, видел. Ага, добрый вечер, так. Добрый вечерочка. Так. И погоди, а куда ты залез-то? А где ты, братан? Братан, ты где? Выходи. Да. Ой, нафиг я так высоко запрыгнул. Вообще, так, сколько хп? 58. О, а тут тебя вообще не видно, короче, из-за пыли какой-то. Из-за пыли? Да, я стреляю в ящик, от нее такая пыль идет. А, я понял, понял, понял. Так, и где ты? А, вот, это ты что? Вот. Ясно все. Давай, блин, да ладно! Минус 58, блин, ребята, я не люблю на самом деле и СМ-кой ходить, вообще, в принципе, я люблю больше вот с калашиком, поэтому надо сейчас, наверное, калашик просто взять. Я почти всегда с калашиком. Но сегодня у нас будет битва сливеров, ребята, поэтому вы там особо как бы не кипишуйте по поводу того, что мы там либо плохо стреляем. Мы сегодня в основном как бы играем по угарчику, поэтому... Да, поэтому, друзья, все нормально. Мы же тут не глобалы какие-то, да, с тобой потные там, а всего лишь... Так ты чё, стилер? Да реально, что минус 52 хп, так я вообще что-то сейчас запаниковал на самом деле. Так, ну Дима явно тут хочет выиграть, как ты бы, хотя мы... Олег, не, ну я не волнуюсь, не, Дима, все. Я просто, ребят, сегодня ЕГЭ писал, поэтому я все, а, как тебе бы... тебе простительно, реально. Нет, тогда я сегодня, понимаешь, я все нервы уже туда вложил, поэтому как бы вот, поэтому можно, можно. Так, уже можно не нервничать, скажем так, уже все позади. Попал? Не-не-не, я просто с авиком сейчас. А, ты чё, ты слышишь, ты чё? Слышишь, да? Я попробую тебя убить. А нет, вот все, не хочу больше АВП. Так, а где твой авик кто взял? А, вот. Нашел, я тоже реально не заметил с первого раза. Бля, давай! Отлично, я взял авик. Окей, давай. Так, сейчас я тебе можешь... покажу, как надо. Ну давай, 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 давай. Контроль, давай, я сейчас выхожу, чисто и хедшот сразу получаю. Давай. Ага, давай. Ну, не, ну ты знаешь, вот АВП есть такая просто классная штука, ты можешь просто... Ты просто стоишь, да? На позиции, да, и все. А... Попал. Ты попал? Ага. Блин. Сейчас возьмешь по калашку, да? Да ё-моё! Да ладно, ты чё, жёсткий? Так как я ж тебе по тебе попал, братан? Да, попал, с первого выстрела ты попал. Блин, как так вообще жестко? Я попал еще, что не убил? Вот это обидно самое, когда ты особенно с АВП стоишь, убиваешь, ну попадаешь, но не убиваешь. А, время эмочки. Так, блин, нахера я вот просто, ну не знаю, ребята, что со мной не так, что с моей стрельбой не так, ну как бы... Но при этом, вот, ну, понимаете, то, что на имах я просто вообще сюда очень-очень редко захожу, реально очень редко. Ну, а вот это, кстати, зря, потому что вот когда есть больше играть... Да. Заходить тебе. Это я другую эмку взял, я не могу и два хедшота, просто два хедшота, братан. Реально, я ни разу не попал, это жестко. Не, больше не буду эту эмку брать. Вот я, кстати, с АВП не особо даже что-то хочу сегодня играть, хотя основное, ребята, оружие, которое играю в матчмейкингах, это АВП. Вот, постоянно только с ним в основном играю. Так. Давай, сейчас где-то появишься, только вот странно.
О, и эмочка тоже мое, одно из любимых оружий, видимо. Я, короче, тоже возьму такую эмку. А, ну то я понимаю, понимаю, братан. Я не могу стрелять, что-то у меня не пошло. Ну давай, давай. Тут у эмочки, что хорошо, она просто как бы очень точная такая. По пульке, знаешь, бац-бац-бац. Вот как я сейчас, да? Не попал ни разу. Бац-бац, ни разу не попал. Бац-бац, ни разу не попал. Я дал эйс, причем, ребятки, вот это здорово, вот так. Ну, смотри, наши как бы счета сравнились, как бы вот 5-5. Ну, давай, я тебе поддался, на самом деле. Ну, а, ну так, значит, да, ну понятно. Ну, на самом деле, я не поддавался тебе. Ну, понятно. 3 раунда подряд ты взял, все, мне пора собраться. Я решил поменять, скажем так, оружие на акусик. Хватит с эмочкой бегать. С эмочкой нормально, надо тренировать, ребята, сами понимаете, другие оружия. Так, ну у меня хотя бы одно есть очко в запасе, поэтому... Так, поэтому ты не волнуешься. Да? Вот так вот. Ого, ни хрена себе хэдшот какой ты поставил. Слышь, ты чё такой жесткий, Дима? Я не знаю, читы включил. Чё-то Дима в последнее время вообще разыграл. Понятно, я понял. А чё понятно? Да не, нормально, братан, всё, хорошо. Пущ, мне сказал мой чел. Так, ты где? А ты чё, тоже взял? Нет. Или что это? У меня эмочка. Хорош. И чё, братан, где? Ух! Да, просто вот так вот. Че, убил СВП, поймал? Я тебя даже не видел, реально, ну, я вот на двойном видишь. Зуме был. Ну вот, видишь, тут на таких картах, знаешь, там, где короткие такие, скажем так, у них что, прикол у них, то, что они как бы СВП тут неудобно ну, немножко. Да, согласен. СВП поэтому... надо на дальних дистанциях в основном работать. Так, и че, где? Блин, ребят, у нас типа получает. Подожди, вот сейчас просто решающий на самом деле момент. Смотри, ребят, такая потная вообще битва идет. 7-7, жестко идем. Просто жесть, реально. Нога в ногу. Просто, вот реально. Так, где еще другое надо взять? Вот это возьми. Еще надо. Ну давай, нет. Да, просто да. Хорош, ну ладно. Окей, сейчас мы меняемся сторонами, да, получается? Я и за Теров. Да, все, теперь давай мы меняем с тобой сторонами. Так, теперь я за спецназ, да, и ты за Теров. Так, все, давай еще поменяй. Сколько там? Не туда зашел, а или тут? А вот, все, за спецназ. Так, все, я за Теров. Так, давай я сейчас просто сделаю МП рестарт. Давай. А, стоп, подожди, я не так делал, походу. МП рестарт гейм 1. Так, и надо... Вот, все, отлично. Так, ну что, можешь первую пистолетку замутим вообще? А давай замутим пистолет. Давай на пистолетиках. Так, где? Оп, а я вас видел. Ух ты, слышь! А по голове-то нормально, да? Ой, ещё раз! Слышь, я, по-моему, тоже по голове задел, да? Да, 28 хп. Братан, 16. А ты красный, да, я знаю. Да! Просто хэдшот! Ай-яй-яй, ну ладно, пистолеточка за тобой, я авик у тебя в руках, я понял. И авик у меня в руках, я что-то решил, да, все-таки побаловаться с ВП-шечкой, как бы, вот. Так, где ты там, братан, где ты? Сейчас. Ждал, да? Не, ну я да. Можно сказать, ждал. Ну а чё, ну СВП нужно именно так, мне кажется, играть. Ну ты же не будешь рашить там ждать, ну, точнее, ждать как раз-таки надо. Вот, ну так, все, давай. Ну, 2 раунда, Димон, как бы. 2 раунда, да, не тобой. Ну не переживай, как бы, все будет. Ну я не переживаю. Я сейчас покажу тебе, как надо. Смотри, выходишь такой, ищешь такой тебя. Вот сначала нашел, то видел, да, и потом выходишь, бац. Не попал, реально? Не. Чё такое? Потом еще раз вот понял, где голова, да, вот там вот. Пострелял, типа приманил, знаешь. А потом вот вышел так. Вот вышел так. Головку прячем. Вышел вот так. И не убиваю, я тебя не могу. Блин, я тоже тебя не могу, тактика вообще не работает. А, вот, все, сейчас заработает. Блин! Я думал, я тебе прыжком таким, как бы. Ну ладно, хорошо. Все, я, пожалуй, уберу ВП из рук, потому что реально не хочу пока на ВП-шке что-то как-то. Вот, поэтому сейчас. Так. Вот опа, на эмочку мне дали. Так, окей, эмочка, да, у тебя? Ну, я понял тебя. Ничего себе! Ну, вот, зажимчик тащит, ребята, зажимчик тащит, реально. Так, ладно, окей, давай, я сейчас что-нибудь возьму другое тоже. Ну, давай. Так, ну я вот тоже эмочку поменял, то есть у меня была с глушителем, сейчас я взял просто обычную 30-патроновую. А, я понял тебя, я понял. Смотри, сейчас будет изи мой фраг, я прям уверен. Смотри, давай, братан. Всю чакру в руку пустил. А в этом как бы сюжете я должен подыгрывать тебе или нет? Не, ты должен просто умереть вот сейчас вот. Все. Не, ну это просто. Моя история закончилась. Просто похлопаем, потому что это реально. Пацан сказал, пацан сделал. 3-2. Надо тебя догонять.
Ну, ладно. Ну, братан, как бы догоняет, конечно. Не, ну ты. А ты пытайся отрываться. А, ну, я буду догонять. Ага, слышал тебя. Где-то слева ты. От меня. Или слушай, нет? А ты где вообще? Не знаю. А как описать тебе? Ой, не... слышь, ты где вообще? Вот он я. О, я не успел слезть! И головка прилетает вот так вот. Ладно. И ладно. Головка прилетает вот так вот. Так, ну что, давай еще тогда пару раундов. Сколько у нас осталось? Еще 9 раундов, братан. Давай, давай. Но мне до победы осталось 3. Поэтому. Реально? Ой-ой-ой. Я тебя даже не видел. Просто головка, просто изи головочка, ребята, хедшот. Вот такой вот просто прилетает только что от меня. Ну, супер, чё. Пока я вообще особо не потею. Не потею даже, братан, понимаешь? Не потеешь, ну ладно, давай. Я-то тут сижу же весь красный. Как же вы убить? Да ладно, я шучу же. Конечно, вспотел, жестко причем вспотел. Особенно при нашей температуре нынешней. Чё за лоу? Просто хедшот за хедшотом, братан, я не знаю. Тебе надо было просто разыграться, да, понимаешь? Да, да, unstoppable, знаешь, это как unstoppable такое, как в CS 1.6, просто жесть. Так, ну слушай, это сколько ходов хедшотов у меня уже подряд там, а? Ну не знаю, помню. Много, 5, наверное. Да я подпрыгнул. Почему? Да нет! Погоди, просто... а надо 8, да? Надо 8, братан. У меня еще один раунд, а у тебя, ну, много еще надо, чтобы выиграть. Ну, я-то 2 калаша, понимаешь? Так, ну, блин, братан, ну мы же с тобой были... Не, ну мы примерно одинаково играем. Да, да, да. Ты можешь чуть покруче. Ага, упал в воду, да? Сейчас уберу. Блин, да ладно! Ну, зум, да ладно! Зум, я не знаю, что это. А что ты, подожди, а что в воду упало? А, пушка какая-то, походу. А ты, что а, ты скинул воду? Я что думал, я сначала подумал, ты прыгнул в воду, короче. Думал за тобой пойти уже. Да, а я думал, это ты в воду упал. Не-не-не. Так, ты с ВП, да? Ты решил во все тяжкие. Ага, вот так вот, значит, да? Ясненько, ясненько. Сейчас попробую с Авиком отыграться. Так, слушай, вот слушай, что за дела такие? Правда, слышишь, ты что, ты что? Нет, так жестко, пожалуйста, не надо. Ну, последний раунд с Авиком. Ну, ладно, а потом ну, я тебя ну, на давай. Калаше просто. О, да, такие, значит, ну понял. Если я этот раунд затащу. Все. Изи. Просто, ребята, лайк. Ну, надеюсь, ребятки, вам понравилась такая серия. Сегодня мы с Димой играли просто по фану. Ребята, никакой особой такой вот прям, знаете, жесткой стрельбы у нас не было. Поэтому не пишите там, типа, вот мы плохо играем и так далее. Тем более, еще сегодня такой день был у меня, там, ЕГЭ и так далее. У Димы сегодня там тоже были экзамены. Да, поэтому... у меня экзамены были. Вот, да. Ребятки, поэтому, надеюсь, вы поддержите нас лайком. Вам этот видео, надеюсь, вам этот видео. Вам это видео, конечно же, надеюсь, понравится, ребят. Ну, на этом и все. С вами были, как всегда, Coffee Over. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока. Всем пока, друзья.